Что-то я заметил, что я в шорт делаю только обзоры на пиво и как-то игнорирую закуски к нему. Короче, зашел в Пятерочку, взял вот такие две новиночки. И это колбаски с начинкой от фирмы Ремит, одни с аджик и вторые с песто. Каждая стоила 70 рублей за 40 грамм, и не считайте это, блядь, полезной едой, они на треть состоят из жира. Начнем с песто. Внутри, кстати, всего две вот таких колбаски. Сначала пиво. Теперь колбаску. Ну и, как говорится, найдите отличия. Ну понятно, это колбаска типа охотничья, но фарш очень пастообразный, а песто не сильно чувствуется. Так, немножко что-то там сырно-базиличное вдали есть, так себе среднее. Аджика. Внешне она точно такая же, опять пиво. Аджики как будто бы положили чуть побольше. Аджика в итоге отличается тем, что она немного более пряная, остроты вообще никакой нет, и в целом, конечно, это посредственная фигня. Я не особо в целом люблю всякие кнутые вот такие вот палочки, есть одна фирма, от которой они, как по мне, неплохие, но они стоят сильно дороже. А так, если говорить по оценке, то аджика 5, а песто 3.